Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, 14-й день, особый билетик, одна штучка, надо же. Так, что у нас там в команде? В команде ПР, ПР, все нормуль. Так, ребят, ну что, сегодня будем брать, наверное, сколько там? 46 тысяч кубков, 46. Фух. Так, ну, для начала мы, конечно же, поменяем нашего водилу. О, не хочу. Зомби был недавно. Так, сырник, кипарик, бомж. Вот бомжа, по-моему, давно не было, да? С морковкой. Давай возьмем бомжа. И, в принципе, все. Бомж сегодня будет у нас лютовать. Ну, я надеюсь на это, по крайней мере. Ядрен матрен, ты куда? Ну, лихач-то... Лихач, понятное дело, там начинает. Начинает. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вертуха, ты-то с какого, блин? Да, она куда-то, ребята, улетела в небытие. Блин, я вторым. Этот третьим, ладно. Вертушка, значит, не хочет по-хорошему, да? Ладно, давай. Сейчас мы посмотрим, как у нее здесь. Я смотрю, он на этом сидит, да? Но у него нет крыльев. А как же он тогда... Так, он ищет, ребятушки, ему нужна горючка. Как манна небесная, понимаешь? Опа! Фью. Слушай, он там запутался в этих, в попрыгульках, короче, и... Мы его как чучу отчучили. Вот здесь уже не знаю, ребят, что получится у нас. Ага, ага. Так, ладно, здесь особо сильно лучше не разгоняться. Вертушки-то по барабану. Она все эти углы обойдет. И пофиг. А вот нам, извини меня, не пофиг. Далеко не пофиг, тем более, когда у тебя нет крыши. Есть. Сосунище. Ну что, ребят, наш бомжик очень даже неплохо себя проявляет. Гора смерти у нас. Гора смерти. Ну что, давай, наверное, оставим бомжика на раллийном авто. Твою дивизию. Теперь это тут лезет. Ладно, посмотрим, что у нас получится. Нам главное здесь. Вот, я об этом, ребята, и говорил, что главное не обделаться. Я обделался. Чуть-чуть не хватило мне, чуть-чуть. Ладно, это только лишь потому, что я упал в эту ямку. Только лишь из-за этого. Не было бы вот этого падения, было бы все the best from the west. Уж поверь мне. Вот куда вот он там летит, крылатая зараза, а? Сейчас посмотрим, кто тут что. На что гораст. Блин, этот крылатый хмырь, а. Да-д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 а. Это я помню, ребята, это я помню. Ну, короче, я вторым здесь приеду. Там второй, здесь второй. Ну что, давай посмотрим, как на ледяночках сыграем. Ты же... Фига, там у чувака крылья, что ли, стоят? Ой, крылья. Колеса стоят, что ли, суперские? Ты посмотри, как он там. Да иди ты. Ну что ты делаешь? Ну, Рэй, ну ядрен, матрен, ну. Ну все, спасовался, ребят. Спасовался, второе место у меня. Да. Не мог нормально проехать. Да вот это вот волнение постоянно бесит меня аж. Начинаешь первый трясучка вот это берет тебя, и все. И у тебя все из рук начинает валиться. Да и машина, что-то не пойму, почему она так паршиво вообще проехала. Слушай, лихач, иди отсюда, а. Не нервируй мою душу, пожалуйста. Уйди, я тебе сказал. Ребят, я пересчитал все ямы, которые только мог. Этой машиной, понимаешь? Дебильной, блин. Каждую кочку занырнул, блин. Ладно, сейчас посмотрим, что получится. Я и так весь на пределе. Я серьезно говорю, я весь на пределе. Я просто... Тем более, какой-то непонятно, кто он вообще такой. Что за флаг у него, блин? Фух, смотри-ка, я его напрямой. Напрямехонько-то. Отчучил, словно чучу. Давай попробуем здесь. Что за фрезы? Еще не надо никаких фрезов.
Да что за фрезы? Ну вы видите, а? Это как специально, ребят. Сегодня... Блин. Сегодня ставил себе жесткий диск SSD-шный, M2-очку. И получился такой казус, ребята, что... Я его когда подключил, ну, загрузился в винду, у меня эмулятора вот этого не было. То есть LD-шка, которая стоит, ее нету. И, соответственно, все игры. Я расстроился, думал, ну все, трындец. Опять все игры на мобиле пофукал. А оказывается, у меня провод. Провод питающий, который питает жесткие диски. Ну, накрылся, я так понимаю, или что-то с ним там осталось. Короче, я его поменял, и все возобновилось. А я уже там установил 9-ю и 5-ю версию, блин, этого эмулятора. Установил уже игры. И все зря. Ну как зря, на всякий случай пускай будут. Как говорится, они, конечно, не просят. Но просто я, ребят, действительно пожанулся. Я думал, ё-моё, там же черепашки, там же драконы, всадники Олуха. Все вот это вот заново проходить. О-о-о. Так, тихо, ладно. Опять? Что там за бабка, ёб простоты, я не понял. Нормально, нормально, нормально. А что там за бабка, я не всосал. Вот ненавижу вот эти вот, вот эти вот. И одна трасса еще к тому, нет, две. А, бабка на лихаче. Бабка была на лихаче, ты понимаешь? Лихая бабка. Ну что, надо тогда показывать ей, где лихой дед. Получится ли у меня показать? Что-то у него машина там чересчур летает, я смотрю. Смотри, 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 смотри. Вот как он там пролетел. У него ни крыльев, ничего нету, а он летает. Смотри. Все, он фиг знает там куда уже улетел. Да ладно, второе место. Ладно, ребят, главное, что не последнее. А, у нас еще гонка, оказывается. Вот тут-то я его суходрище вот это. Угу. Так. А чтобы не рыскал тут. И рылом своим не жахал. Да неужели мы сейчас. Да какое там мы возьмем с тобой? Ничего мы там не возьмем. Пипец! Это говно вылезло откуда-то. Непонятно, смотри, мы еще и первое место взяли. Прикинь. Найс, найс, найс. Так, что там за трасса? А трасса у нас тут первый снег. Ну что, ребят, первый снежок. Уже скоро, кстати, зима закончится. А мы все тут с тобой первый снег щупаем. Опять, смотри. Нет, это не бабка. Это девчонка. Это девчонка, но она... Приборзевшая, смотрю, чуть-чуть. Да что у него за машина, за которую не могу, знать не могу, блин. Трындец, едет, даже не перевернется. Так вообще, что как будто она себя там обвесила. И она не переворачивается, просто едет с охрененным утяжелением. Вот мне так показалось. Смотри, ее даже не мотыляет. Сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Блин, вот это вот понижение скорости вот на этих прыжках бесит. Фух. У меня футболка хоть выжимай, ребят. Потника даю, ё-моё. Нервы, нервы. Так, ладно. Эдгар. Эдгар По, что ли, ё-моё. Ты смотри, смотри, что мы делаем. Я в шоке, ребят. Оу-е. Ты понял? Ты понял, как я пролетел? За 18 секунд трассу пролетел. Хе-хе-хей. Ну что, вот наши нелюбимые, как их назвать-то, тоннели, конечно же. И тут вертушку, ну понятно. Что за мода у меня с одними девчонками соревнуюсь сегодня? О-о-о, то-то-то-то. Как же так-то? Просто примехонько бамс и все, ребят. Твою налево, блин, ты можешь.
Нет, цивильно, цивильно, цивильно. Так вот, всех в кулачок. Вторую гонку сейчас попробуем осилить. С идеальным стартом, да? С идеальным стартом. Вертушка там начинает понтоваться. Опа. Прекрасен. Просто, ну, тихо. Я помню это, ребят. Я это помню. Фух. Ты видел? Ты видел? Вот так-то надо. Ну что, последнюю гонку, я думаю, мы с тобой осилим. Так-то мы перелетаем. Вертушка там акробаты опять делает свой этот. Смотри, желторотик что делает. Ой, нет, нет. Фу, я уже думал, сейчас под камень опять заедем. Но благо все обошлось. Жук. Да давай ты не дуркуй, блин, едь ты путево. Все, все. Чего и требовалось заказать. А что это такое, почему здесь ничего не видно? Угу. Смотри, колесо. Колесо для моноколеса, ребят. Вот, если честно, оно мне нафиг не нужно. Вот это вот колесо на моноколесо. Давай, родной. Фига тут. Турков. Турки, кто там? Хоман. Хоман, походу, делал, ребята. Ну вот это вот, ну на зачем тебе? Кто там опять этот Зуман? А, Зман, просто Зман. Я смотрю, он попрыгунчик хороший, но... Отлично. Смотри, что мы вытворяем. Вот это я называю, ребята, мастерство. Его не пропить. Его можно только закусить. Слушай, а у нас что здесь, одна гонка, что ли? Слушай, тогда надо вот тут. Вот так вот сделать. А дальше уже, как говорится, шаром покати. Он, кстати, там тоже, ты заметил, он тоже стал скорость немножечко подбрасывать, чтобы успеть прихватить горючку. Да. Ну, я-то лучше. Я-то круче. Так, столичный кубок. Ну, наверное, столичный кубок поедем. Кто-то писал, что играет 3 года, и вот такого скина у него на байк нету. Мне было бы обидно играть 3 года и не получить такой скин. Так, подожди, а тут что? А, тут мотоцикл, формула, ёпрсте. Кого там только нету. Байк, давай вот здесь вот. Подпрыгивай, дуралей. А чё ты не стал подпрыгивать-то? А? Плешивый. Блин, ещё обогонит, а? Ладно, ребята. Возможно, здесь он обогнал, но мы посмотрим, что дальше будет. Я не буду здесь выпендриваться сильно. Потому что я знаю, почем фунт лихта, формула. Готово. Как я их всех, а, друзья мои? Как я их всех? Есть какие-то претензии? Я думаю, что нету. Просто нахлобучил, словно чучу. Так, вот здесь, наверное, уже, конечно, с фейлью, скорее всего, ребят. Потому что байк тут что-то раздухарился, я смотрю. Не на шутку. А, ну да, он же здесь. Он-то скидывает скорость, но... Подпрыгнет он. Да, он тоже попадает, ребят. Но, короче... У него 6, а у меня-то 7. У меня-то 7 баллов, друзья. Засранец. Ну что, кубок воды. Кубок городская вода. В сортире. Я смотрю, тут Чиполлино тоже, да, выбрал эту. Блин, ну вот это вот надо было пролететь тебе. Засранец ты мелкий. А хотя, что я переживаю, все отлично. Все шикарно, ребят, первую гонку мы с вами сделали. Знаешь, как это. На этом. На изичах, короче. Ой-ой-ой-ой, я помню.
Я помню. Все там. Тихо ты. Переворачивается, он мне тут еще взумал. Вот и все. Вот и все, что и требовалось доказать. Вот это вот, по-моему, гонка, если я не ошибаюсь, это с подъемами, да? Тут, конечно, мне ничегошеньки, наверное, не сулит. По-моему, да. Ага, я помню. Ух. Мужичок, тебе повезло, ты бы мог, бомжик, голову потерять. Но, блин, чё ж мне аж колбасит. Это я так напрягаюсь, это мне так игра. Блин, ты посмотри, трасса била. Слушай, ну трасса била, если я не путаю ничего, по-моему, это надо делать вот на этом. Если я не путаю, опять же, ребят. Эх! Кто-то там перевернулся круто очень. Это, по-моему, был лихач, да? Это был лихач. Красиво, я красиво, друзья мои, проехал эту гонку. Ну, прям вот альдента, ё-моё. Белиссимо. Шикардос. Так, а тут, слушай, тут лихач. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Здесь мне нельзя, ребята, особо понтоваться. А как там сделаешь, если ты летишь прямо в стену, блин? И ничего не сделаешь, ни... Я пытался колесо, типа, вперед выставить, но ты видишь, это не помогло. Сейчас посмотрим. Оу, оу! Японский сальто. Я бы сказал, ребята, это японский городовой, а не сальто. Короче, зря... зря я начал выпендриваться. Да, не очень красиво получилось. Я думаю, что вам тоже не особо понравились вот эти вот дешманские трюки. Ну, конечно же, конечно же, все почему-то прилетели, а я нет. Почему? Почему такое произошло, ребята? Объясните мне. Почему рейс скукожился, как этот горбун, ёперсеты? Да какое тут все, ребят, тут уже... Четвертый, блин. Сколько там гонок? О, последняя. Тут, скорее всего, мне ничего не сулит. Ну, чё ты, выскочка, лезешь, блин? Куда, чё ты вот прёшься-то, блин? Все, он обделался, ребята. И я занимаю первое место. Они все там в смятку. Первое место заняло, по факту, третье. Кубок Сумрачной долины. Поехали. Слушай, что-то лихачей-то опять много. Что за тенденция, блин? То лихачи, то ролики, то байки, блин. Я вот этого не понимаю, ребят. Да врежься ты, да размажься ты уже. Есть. Фу, первое место взял. Просто как с куста. Тут 4 гонки, да? По-моему, 4 гонки, ребят. А он, главное, ему пофиг, ничего не случилось. Да какого лешего ты должен был улететь, черт знает куда, блин. Я не понимаю, ребят, почему так. Почему у него машину не подбрасывают? Ее должно подбрасывать, как фиг знает кого, блин. А он спокойненько объезжает и даже не повредился. Понимаешь? Видишь, он там скорость сбрасывает, гаденыш. Видимо, чухает трассу эту, чухает. Я тебе говорю, он ее чухает. Чухонец. Так, слушай, по-моему, я тут первый, да? Фу. Первый, ребятушки. Первый. Так, воскресный чемпион. Слушай, воскресный чемпион, если я не путаю, можно прокатиться и на байке. По-моему, можно, да? Смотри, 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 смотри. Оп! Хорошо летим. Как идиоты. Вот так, ребята, сфейливаем.
Вот так вот сфейливаем гонки. Я в шоке. Из-за вот этих дебильных мостиков, понимаешь? Из-за дурацких... Это чё... Это чё сейчас было такое, ребят? Вы можете мне объяснить? Да куда засмотрелся на это дерьмо зеленое, которое едет впереди, блин? Да все, короче, тут понятно. Не, все, байк, я тебя брать больше не буду. Так, там же еще один дом. Я лучше промолчу, ребят. Я лучше промолчу, потому что я сейчас, если сейчас начну орать, то, блин, весь дом на уши поставлю нафиг. Ну конечно же, ну конечно же. Ну конечно же в Поднебесную. Ёпрсте, куда же ты еще можешь, блин, подлететь? Не, ребят, надо было, блин, брать и ехать на моей машине, на обычной. Вообще в тройку даже не вошел. Иди отсюда, чтобы глаза мои тебя не видели больше, блин. Все настроение испортило. Тут 46 тысяч кубков, блин, корячится. Ну что, я так понимаю, ребята, в следующий... Когда будем в следующий раз играть, 50 тысяч кубков возьмем, будет у нас тип-топ. Тем более, тут как раз конец месяца, да? Ну да, будет все, как говорится, шикардос. Смотри, что. Вот не пойму, раз на раз, то идеально гонки проходит, то вообще не идет, не идут дела. Тут просто, ребята, замечательно, по-другому не скажешь. Смотри, все четенько объезжаем, нигде практически не застреваем. Просто шикарно. Что я еще могу сказать по этому поводу? Да тут и нечего говорить, ребят, тут все без слов понятно. Злой самурай прыгает там. Ну что, кубок отстойный. Так, это с крокодилом, по-моему. Ну да, ладно, нормально. Блин. Я, наверное, вниз поеду, ребят. Не хочу я там поверху ехать. Хотя, наверное, надо было поверху лучше. Чуть было валун, мне этот не... Как сказать? Ну, не подосрал, короче. Ты понимаешь, да, о чем я? И отдельный старт трей тебя не научили делать, да? Идеальный старт. Или ты чувствуешь, что ты такой крутыш, без идеального старта можешь всех тут дрючить? И просто везет сегодня. Выдохни, Рэй, выдохни. Расслабь, расслабь мышцы. Что-то я прям, знаешь, как этот, скованный весь. Сопереживаю. Ну, учись проигрывать, Рэй, учись проигрывать. Ребят, мне эти слова просто, ребят, доконали. Вот, расслабил, называется, мышцы. Ну, хоть не последним, блин, третьим, да? Блин, Гран-при Каньон. Я не знаю, друзья мои. Ну, что там за стукач еще стучит, стукарек? Как он меня бесит, ребят, уже, блин. Молотком бы ему по башке настучать бы, блин, как следует. Просто, блин, гвоздей бы вбить туда, вот тупорылую голову, блин. Ну это что такое? Это называется подкидыш, блин, был. Нормально. Так, первую гонку взяли. Давай. Едь нормально, Рэй, у тебя глаза уже на выкате. Такое ощущение, что мои глаза просто уже, знаешь, вылазят из орбит. Это просто так кажется. Это просто злой на этого, на гонки найти и на этого дурачка, который во сколько там, в 7 часов вечера начинает бомбить, блин.
7 лет, что ли, этот ремонт вечно свой делает. А я так и думал, что фиг заедешь ты. Блин, у него чуть-чуть, я так понял, ребята, у него уже закончилась горючка, он уже там на соплях доехал. Жаль. Да это твою-то... Видишь, что делать? Видишь, что делать? Выждал специально, ребят. Кто там, Вуджек? Он ловит эти. Пускай он там поверху едет. Вот это вот нафига надо было делать? Ну вот это вот нафига тебе надо было делать? Ты врезался, блин, со всей скоростью. Тёп-твонь. Мне чтоб полететь вниз, нет, он... Тварь. Блин, я, кстати, позороваться забыл. Фух, тут... Все позабудешь скоро, блин. С такими гонками. Ребят, глубоководное погружение, блин. Ну там кресты как... Как уж уже, блин, уже... Не знаю, куда свою булку примостить, блин. Ну облети ты, ёпрасота, ну что ты каждую говняху-то цепляешь, ну... Давай, 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 да, аккуратненько, аккуратненько. Вот нахрена надо было здесь вот буст врубать? Так, перед трубой же упадешь? Отлично, отлично. Херично, блин. Куда я там лечу, блин? Да ты будешь, блин... Вот такой, друзья мои, дурдом я... Такой дурдом я давно не помню. Какой я там... Подожди, а кто обогнал? А, вот этот вот пролетел, успел, да? Твою налево, опять на третьем месте. Да что ты будешь делать-то? Я просто все дальше и дальше уезжаю. Ну, твою налево, блин, как же меня эти прыжки доколупывают. Уйди отсюда, а. Посмотри на него. Хорошо. По ровной, как говорится, и дурак проедет. Я хочу посмотреть тебя на других. Вот сейчас мы посмотрим, как. Ага. За счет прыжков, да, значит. Так, алкаш. Блин, ну тут... Ребят, я уже не знаю, что делать. Я уже не знаю, что делать. Но это надо, блин, было тупануть на ровном месте, просто перевернуться. Да с какого хрена ты переворачиваешься-то? Алкаш этот идиот, блин, бесит, блин, лезет тут. Что с машиной не так? Ёпрасоте, блин. Я в шоке, этот алкаш тут лезет, а? Опять и третье место. Одни третьи места занимаем. Да езжай ты нормально, блин. Не обращай внимания этого засохшего ханорика, блин. Пускай он там летает, что он там делает. Последний к тому же приехал. Начинал первым, приехал последним. Сруб Соломонович. Ага, ага. Зеленка обделалась? Обделалась. Поздно там вылетать. Вылетел он там с криками Кия. Размажься, придурок. Сама доброта.
Колесико возьмем или нет сегодня? Нет, не взяли мы колесики. Слушай, а ты заметил, что у нас давно не было пляжа? Прям очень давно. Я вот что-то сейчас о нем вспомнил, о пляже. Только сейчас вспомнил о пляже. Да, действительно, у нас не было давно пляжей. У нас вместо пляжей сейчас обычно эти. Как они называются? Скажи, я скажу. Ну, если ты заехал, так езжай твою дивизию. Блин, у меня же, ребят, груда сводит, блин, от напряжения просто. Я даже не дышу, ё-моё, забываю дышать, блин. Ты видал, как папа может? Нормально, 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 отлично. Я ж немножко перекосил, ладно, нормалёк, все было пучком сделано. Так, получаем с тобой колесо на моноколесо. И дальше у нас... А вот, ребята, и развлечения. Хотел было сказать, блин, а развлечений тоже что-то не было. А вот они. Вот они развлечения, развлекухи, покатухи. Так, я смотрю, они тут вдвоем без меня как бы, да? Сами по себе. Ну ладно, развлекаются, короче, ребята. Хм. Опачки. Мазепа. Шапка вылетела, да посрать на эту шапку нам. По барабану на нее. На эту шапку летела и улетела. Так, они... Денчик тут. Тут Денчик. Коммуникард какой-то. Коммуникард, все. Откоммуникардился. Шапки, только шапки летят, ёб красоты. Я так понимаю, ребята, он хочет специально попасть на желтую фигню, нет? Ну тогда извиняйте. Тогда извиняйте. Тогда папа будет первое место занимать. Так, следующая трасса называется у нас «Привидение». Ага. Опа. Опа. Просто как дуновение ветерка пролетел. Так что не каждый сможет. Я вот все время, ребята, пытаюсь на эту штуку попасть, и никогда у меня не получается. Которая вот идет именно вторая. Вот никогда не получается у меня. Ну что у нас там дальше идет? Что за это? Горный кубок. Горный кубок, я так думаю, что это из предпоследних у нас гонок. Я вниз. Я монал их не верхоласки эти. Так, 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 так. Что-то тут попахивает гнильцой. Не, нормально все. Нормалек. Я просто думал, сейчас куда-нибудь вквозимонимся, но нет, все пучком. Слушай-ка, а здесь? Да здесь тоже нормс. Единственный... Давай, 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 Рэчик, не дуркуй. О, зимовка, это твоя стихия. Ах. Ну и как видишь, все отлично. Так. Погнали. Может быть, конечно, надо было вниз ехать. Да фиг его знает, ну да. Опа, я вниз, ребята. Я вниз, блин, горючее не успел схватить. Все, на финиш летим. Прилетел. Прилетел, как айс. Так, кто у нас там чего? Привет, Рэй, привет, всем, и Рэй. Так, ага. Так, Прива. Прива, привод. Сельский кубок. Слушай, я, наверное, сельский кубок поеду вот на чем. Нифига тут. Багги.
Просто не отпускай, ребята, кнопку. Это было что-то. Но это, это благодаря, ребят, моей скорости. Я просто умудрился сделать, как он там, японский фляг, да? И встать опять на колеса. При другом раскладе бы я бы не встал бы ни на какие колеса бы. Просто размозжился бы. Давай, 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 родной. Есть. Никаких, как говорится, баги. Никаких. Этим супостатам здесь не место, поверишь мне. Что-то не то. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, что-то не то, ребят. Эта гонка мной проиграна будет, по ходу дела. Ну, эта гонка проиграна, а так-то первое место, как ни крути. Жить. И кубок ледника у нас. Кубок ледника, по ходу дела. Но это еще не последняя, ребят, гонка. Будет еще. Еще будет одна гоночка. Так, кто тут у нас? Кто тут у нас? Нормалек. Ну давай, 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 наверх. Что там? ББГ, блин. Опа. Как я его, а? Друзья мои. Вот так вот. Сосунка. Взял и обогнал. А у него, видимо, горючка там закончилась. Или что-то еще в этом роде. Потому что он как будто надудонил штанишки и еле-еле ехал. А я сделаю вот так вот. Отлично. По красоте. The best from west. Вот так вот папа может. Хотя не колбаску есть по ночам в туалете. Это вот так вот, ёпрасоте. Наяривать. Первое место. Шикарно. Ну что, последняя у нас гонка. И это мистический кубок. Кто бы мог сомневаться, что именно мистический кубок мы будем сегодня проходить второй раз. Да-да-да. Так, там у нас кальмаровая морда, я смотрю, лезет. Так, кальмаровая морда плюс бомж. Это Федька с соседней помойки. Ну, я-то круче, а вон Федька на желтой. На желтой этой. На желтом бачке едет. Так. Блин, наверное, лучше бы, конечно, было туда запрыгнуть. Да ладно, фиг с ним. Вот без этого, пожалуйста, Рэй. Без вот этих вот выкрутасов. Ты видишь, что творится, блин? Буржуйские морды нас обгоняют, блин. Фух. Шикарно. Так, это третья гонка, еще потом четвертая будет. Ну что ты не мог нормально с картошки поднабрасть, а? Кальмаровая морда тут, или как это, осьминоговая морда? В общем, морда какая-то. Правильно. Поцеловались, так и надо. С пеньком. А я знаю прекрасно, что там лучше не набирать скорость. Когда ты проходишь кувшинку эту под низом, едь на минимальной скорости. На минимальной, чтобы подняться тебе. Знаешь почему? Потому что там бревно дальше идет. У тебя два варианта. Либо ты врежешься в бревно, либо ты в него заедешь. Все. Вот я уже заметил. Вот так вот берешь, просто скорость кидываешь. О, поверил. Почему не срабатывает, блин, с монетным ускорителем? Хе-хей! Щеглазадый, не помог тебе монетный ускоритель. Качай свой монетный ускоритель, лучший, дубина. Ну что у нас там получается? А, монетный ускоритель. Так, ребят, 46 тысяч кубков взято при вас сегодня, отлично. Так, а что у нас тут? Небесная скала, гонки, путешествия. Ну, давай. Это же космос у нас. Здесь бы, конечно, крылья было бы неплохо поставить. Ой! Вот это, конечно, бесявая, очень бесявая.
почему его так вот закидывает? Мне ж прям... Нормально так монет срубашил. Так, рекорд танка подбили. Едем далее. Давай без этих укрутасов своих. Да. New record. Ага. New record, блин. Так, тяжело с ускоритель фляг. Так, ну что тут у нас? Ой. Ой. Ай. Куда ты? А что, так можно? Кого ты хотел? Кого ты хотел обмануть? Так, ребят, пауза. Так, ну, давай попробуем на вот этой. А что, не будет? Дракона уже не будет, что ли? Фига. Вот тебе и вся гонка. Ну, поехали тогда на супердизеле. Что у них там, крылья, всякая фигня, да? Так, у него тоже монетные ускорители, я смотрю, там. Эть! Вот здесь бы колеса бы для зимовки было бы вообще идеально. А так нифига не получается. Ну, пипец. Да, тут колеса нужны. Да, он не может заехать даже в эту горку, идиот, блин. Да понятно, все, горючее кончается. Вот и все. Многие, я смотрю, да, позастревали. Эй, моноколесо, ребят. Автономно. Что автономно? Опять? Целый пол. Так в плане, мне не надо больше. Все, хорош. Хорош. Погоняли немножко и будет. Этот дурачок сверху не даст нормально посидеть. Стучать там начал. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.